Здравствуйте, меня зовут Елена, моему сыну Кириллу 3 года и 2 месяца. Это наш первый видеоучет о занятиях в центре БР Давид дистанционно. Кириллу вообще ставят диагноз задержка психоречевого развития плюс аутичные черты. Месяц назад мы начали заниматься с Давидом, проводить сеансы. Первые 3 сеанса Давид провел непосредственно со мной. В общем, я успокоилась, мое самочувствие улучшилось, состояние улучшилось, стало более уравновешеннее, спокойнее относиться ко всей ситуации с ребенком. Вот. И крайне, получается, сеанс был неделю назад, и он был уже непосредственно с нашим ребенком, и со мной также. Какие у нас изменения прошли за эту неделю? Ну, во-первых, у Кирилла появился указательный жест. То есть он стал показывать пальцем на то, что он хочет. Ну, конечно, мы этому его учили, но раньше этого не было, сейчас появилось. Нам стало гораздо проще его понимать. Дальше. Он вчера буквально обратил внимание в подъезде на незнакомого чужого дядю. То есть он стал ему улыбаться, дергать его за куртку, как-то заигрывал с ним. Для нас это был шок вообще, потому что раньше он никого не замечал, не обращал внимания. Также Кирилл у нас стал ходить на улице за руку. То есть мы спокойно ходим в магазин, он ходит за руку, по улице идет за руку. Раньше мы ездили только на велосипеде, либо на руках. Он сам пешком не очень любил ходить. Дальше. Также хорошо стал у нас собирать сортеры. Раньше он тоже любил сортеры собирать, но сейчас это происходит безошибочно. То есть он спокойно собирает любой сорт без проблем. Все игрушки стали тоже более разнообразнее. То есть их стало больше количества в его играх. Вот. Это тоже нас очень радует. Также он заметил себя в зеркале, то есть он подошел к зеркалу, стал там на себя пальцем показывать, в общем, что-то кривлялся, там заметил себя, тоже для нас это была радость. И, ну, вообще, контактный он стал более с нами, он больше полюбил игры с нами совместные. В общем, такие для кого-то, может быть, небольшие изменения, для нас они глобальные. Вот, мы очень этому рады и ждем непосредственно следующих сеансов с Давидом. Спасибо.